Возможность задать вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Год назад вы помиловали Ходорковского. Он тогда обещал не заниматься вам политикой. Сейчас же он заявил чуть ли не о своих президентских амбициях. Вот в связи с этим вопрос. Не жалеете ли вы... Где он будет избираться президентом? Кстати, вопрос. А он патриот? Он просто оппозиционер, на ваш взгляд? Он просто оппозиционер или оппозиционер-патриот, на ваш взгляд? Так у вас один вопрос или два? У меня их три. Три. А остальные что будут делать, пока мы с вами дискутировать будем до утра? Значит, действительно, господин Ходорковский обратился с просьбой о помиловании. Во всем случае, бумагу соответствующую прислал. И вроде не собирался заниматься политикой. Но я, когда решение принимал о помиловании, исходил не из того, что он может или не может, будет или не будет заниматься политикой. Это его выбор. И он имеет это право делать, так же, как любой гражданин Российской Федерации. Если по критериям соответствующим подходит, в том числе и для того, чтобы избираться на высшие должности в стране, Бог в помощь, пусть работает. Но я принимал решение по гуманитарным соображениям. Он тогда писал о том, что у него мама больна, тяжело. И, знаете, мама – это святое дело. Я сейчас без всякой иронии говорю. И он отбыл большую часть наказания в местах лишения свободы. И какой смысл было человека там держать, имея в виду, что он может с матерью не иметь возможности попрощаться. Поэтому ведь об этом шла речь, он об этом не писал. Я ни о чем не жалею. И думаю, что я поступил абсолютно правильно. Давайте.